Ребят, всем привет, с вами Эндуро Упана. И у нас сегодня выпуск про чистку карбюраторов. Мы наконец-то себе приобрели звуковую ванну, чтобы можно было чистить все, как-то времени не было, все никак не могли. Ну и вот она есть. Чистить карбюраторы ультразвуковой ванны. На Авито мы заказали такое моющее средство Арапин для алюминиевых сплавов, щелочно-техническое моющее средство. Кто-то нам этого все прислал, попросил же снять видео, как это все работает. Мы ничего еще не делали, не открывали, не включали, не подключали, даже не знаем, ли работает ли у нас это все. Но очень мне самому интересно. Уже попробую. Средство мы ждали недолго. Опа. Так. Оп. Готово. Бум-бум-бум-бум-бум. Так. Температура. Сет. Ату. Тридцать минут. Актуальная температура. Это не того стоит, да? Я понял. Мы ставим сколько там? 40 градусов. Поставим. Так. Выставили 40 градусов на 30 минут. Как нам заверил продавец, что его, ну, для карбюраторов мы решили использовать 3% всего на литр. Потому что 30 грамм на литр. Того мне надо, у меня 5 литров, сделать 150 грамм. 150 грамм. Я заливаю. Есть. 150 грамм на 5 литров. Это мы сюда выливаем. Готово. Так. И воды. Тут 5 литров что-то получилось-то. 2,5 литра я залил всего сюда. Ладно, посмотрим. Добавлю, наверное, еще. Так, в качестве эксперимента у нас я нашел специально старинный, престаринный какой-то карбюратор. Я даже не знаю, работает ли он вообще. Мы посмотрим. Так. Это пускай будет так. Разберем.
Ну, все примерно вот в таком состоянии. Можно убедиться. Так, вот в таком состоянии. Видите, да? Со светом еще лучше видно. Ага. Все вот так вот. Так. Погружаем это туда. Прям так я сейчас посмотрю, что будет с резинками. Все закину в ванну. Так. Вот. Вот он такой желтый. Поплавочек будет, наверное, плавать, не знаю. Плавает. Так, и поршень, который у нас заржавел. Просто все закислилось. Клапана залипли. Ой. Кольца залипли. Вот видно, да? Вот тут вот. Заржавь. Кольца залипшие, вот видно, да? Он не ходит уже кольцо. Попробуем его запустить. Вот так, готово. Готово. Все, 30 минут. Теплое, да? Опа. Ага. Топленькое. Так. Ну давай посмотрим. Вода теплая. Фига себе. Смотри, что стало. Так, ну смотрим, что получилось у нас. Сумка целая, отчебухила. Ага, карбюратор. Интересно, классно. Сильно белый, да? Вот так. Фига себе. Ну да, за счет идет. Здесь какого столопа. Резиночка все целая. Так. Поршень. Где он тут был закислен? Так,
Кому? Понял, что? Нет, залипший, да, залипший. Не откис. Вот. Вернулся. Ага, опа. Отошла. Ну давай, отходи. Ага. Вот, вытащила. Попробую еще раз закинуть его. А теперь вот такой. Выйдет он, нет? Так, ну вот, все. Загружаю я поршень с кольцами. О, посмотрим, какой он мой. Загружаем. Ставим на 30 минут двигаться. Ну это уже все, короче, тут уже ничего не отмыть. Понятно. С кольцами все понятно. Поршневая. Ну да, чё так она. Так. Масляное у нас. Молодцы. Ну, масло, да, вон еще осталось. Такую сильную, наверное, она не добила за полчаса. Но, смотрю, прям, да, хорошо. Все заработало, она прям чистая стала, зашевелилась. Последнее я закидывал колечко. Ну колечко понятно. Внутри было все черное. Все идеально. Круто. Ну что, я в принципе результатом доволен. Буду пока пользоваться рапином. Советую. Результат вы сами видите. Всем пока.
С вами был Эндуро Упана, Кирюха, пока. Решили мы испробовать еще помимо карбюраторов, вот мы сняли теплообменник, вот у нас, смотрите, вот такой он как грязный. Вот видно, да, там? Не знаю. Это так, кашель лезет. Сейчас ну ничего там не получается. Сейчас поставлю, закинем на 30 минут в этой жидкости и посмотрим, что произойдет. А там уже как будет, так все вам скажем. Так. Итак. Прошло у вас 30 минут. Рапин. А, температура 40, блин, горячая. О, вода качок. Ух ты. Да. Ну, что-то смотри. Что-то хорошо вымывается. Что-то там, блядь, вымывается. Ага. Слушай. Я думаю, надо это. Ой-ой-ой. Сколько тут льется, да? Ну-ка. Свет. Видно. Нажми стоп. Так. А-а-а. Так неплохо вроде выглядит-то. Чистенько стало. Прям, блин, чистенько. А здесь что у нас? А здесь нет. Не совсем отъело. Ну, что-то отъело, короче. Ну, вот здесь как грязь была, так она и осталась. Еще попробуем. Что-то вымывает, короче, да? Еще у нас будет. Ох, не пахнет. Нахуй, что-то попробуем. Доколупать сразу. Поменять воду, да? Итак. Час. Давай, колупался у нас. Звуковой ванне с рапином. Дунул я в него сейчас кёрфером. Оттуда вышло очень много шлака. Блин, я вообще так остался доволен. Вот если вот замет прям вот там вот видно. Прям от мыла прям до самого этого. Чётко. Я думаю, это все сейчас будет работать. Я вот потом вижу. Конечно, вот это все поснимало, но это будет работать. Их чистить кислотой. Все знают, что это так. Тут, блядь, торбина и звуковая ванна. Я даже сделал вам вещи. Ну, попробуем, поставим, как поработаем. Все. Я советую, классные вещи. Всем пока. Ну и так мы установили его на место. Все, температура котла работает, никаких ошибок не выдает. Почистил, короче, рапин его вообще получается изумительно, все пашет, работает. Блин, полгода мы не могли справиться с этой проблемой, ну все ждали, когда мы что-то сделаем, ну и наконец-то круть.